Приветствую всех подписчиков и зрителей канала. Сегодня обзор немного в другом формате. Наши детки будут тестировать игрушки и другие товары для детей, купленные в фикс-прайс. Каждый день мы стараемся проводить занятия, готовим детские руки к письму, и помогает нам в этом серия книг «Каллиграфические прописи». Оформление у этих книг отличное, книги в разной тематике с персонажами мультфильмов. Внутри прописи буквы и цифры, которые нужно обвести по точкам. Благодаря таким книгам ребенок с удовольствием занимается и набивает руку. Цена 55 рублей. От издательства АСТ недавно приобрели две книжки из серии «Подумай, найди, раскрась». Всего серии 5 книг в разной тематике. Книжка содержит несложные задания, и читающий ребенок может выполнять их самостоятельно. В книжке 63 странички, листы плотные, картинки четкие и детально прорисованные. Стоят книжки по 77 рублей. Интересные заколки в виде симпатичных ушек приобретались по 77 рублей. В магазине продаются в нескольких расцветках. Детали приклеены хорошо, ничего не отваливается. Дочка с удовольствием носит эти заколочки, и волосы они держат отлично. Вся канцелярия из обзора также приобреталась в магазине FixPrice. Здесь у нас фломастеры на водной основе и несколько наборов цветных карандашей. Также есть точилки. На дочери отличное легкое платье из хлопка. Стоит в магазине 199 рублей. Продается в нескольких расцветках. Размеры разные. Платье идет в размер. Пошив хороший и нитки не торчат. После стирки платье не полиняло и не село. Платье подойдет на жаркую погоду, либо его можно носить дома. Покажу еще одно детское платье, но уже с рукавами. Также из 100% хлопка, по 199 рублей. Платье свободного кроя, низ выполнен в виде небольшой юбочки. Качество мне очень понравилось. Красивые расцветки. Размер платьев, представленный в магазине, от 4 до 9 лет. При стирке с платьем ничего не произошло, оно не село и не растянулось. Однозначно к покупке рекомендую. Выглядит достаточно нарядно, подойдет на любой случай, будь то прогулка или поход в гости. Переходим к нашим игрушкам. Полюбившийся многим кукольный домик с набором мебели. Наша самая крутая находка в мае. Дом и мебель продаются раздельно. Цена каждого набора 199 рублей. Мы домик немного усовершенствовали и провели в нем свет. Для этого использовали светодиодную гирлянду в виде сердечек и круглый фонарь, купленные в фикс-прайс. Цена гирлянды 99, а фонарик по 50 рублей. Благодаря этому играть детям стало еще интереснее. Главные жильцы нашего дома – это куколки-единорожки из FixPrice. Своим миниатюрным размером они как нельзя лучше подходят под размеры мебели нашего домика. Куколки стоят 99 рублей каждая, в коллекции их 8 штук, качество куколок на высоте, они прочные, все детали изготовлены и прорисованы отлично. У каждого дома должен быть свой цветочный сад, и набор из фикс-прайса отлично вписался в общую картину игрового пространства. Конструктор качественный, детали прочные, можно составить большое количество различных вариантов цветов и клумб. Цена набора 199 рублей. Эту металлическую тележку в магазин привозят неоднократно. Мы купили недавно. Брала ее для себя, как подставку для канцелярии. Но детки нашли ей свое применение. Раньше тележка стоила 99 рублей. Сейчас цену подняли до 149. По
Пока дети играли и занимались, они успели проголодаться. И в качестве перекуса мы частенько берем эти фруктовые батончики. Мне нравится их состав. Батончики не содержат сахар, в составе только сухофрукты, семечки и орешки. Батончики мягкие, не липнут к зубам и цена приятная, всего 16,60. И вес немаленький, 40 грамм. Вполне хватает, чтобы ненадолго перебить чувство голода. Всем членам нашей семьи батончики пришлись по вкусу. Больше всего нравятся с кокосом. Также подойдут для вегетарианцев и веганов. А это наша недавняя покупка – машинки-трансформеры. На упаковке написано, что купив 5 трансформеров из серии, можно собрать одного большого. Но мы пока купили только машинку и катер на пробу, посмотреть, какого они качества и как поведут себя в игре. Но, как видите, детям игрушка понравилась, собирать трансформеры оказалось сложновато даже ребенку 6 лет. Без участия взрослых, конечно, не обойтись. Со временем, наверное, сын научится трансформировать игрушку самостоятельно, но пока мы ему помогаем. Игрушка сделана достаточно качественно, стоит 99 рублей. Наши дети часто просят завести собачку или кошечку, но пока мы не готовы к такому шагу, поэтому эти милые питомцы стали отличной альтернативой. Благодаря этим игрушкам дети учатся заботиться о животных, ухаживать за ними и в какой-то мере нести ответственность. А переноска, идущая в комплекте к набору, позволяет брать игрушки как на прогулку, так и в путешествие, не боясь испачкать или потерять питомца. Цена такого набора 99 рублей. Эта странная на первый взгляд игрушка называется «Зверушка-стрелялка». Подойдет для более активной игры. Позволяет развивать меткость у ребенка и силу пальцев рук. В комплекте 5 шариков. Их необходимо разместить в отверстие, прицелиться и с усилием нажать на игрушку. Если в семье несколько детей, лучше брать каждому по игрушке. Так дети могут устраивать соревнования между собой. В магазине игрушка представлена в виде нескольких животных. У нас это динозаврики. Есть еще также свинья и единорог. Цена игрушки 99 рублей. Всеми игрушками мы довольны. Качество приемлемое за такую цену, и дети ими играют с удовольствием. Благодарю за просмотр, и если вам понравился данный формат видео, ставьте пальчик вверх. И, конечно, пишите в комментариях, какие игрушки из FixPrice играют ваши дети. Увидимся скоро, пока-пока!